Доброе утро. 9 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Подписывайтесь на мой канал, будете получать свежие видео. Температура воздуха 23 с утра была, а сейчас уже 9 часов 26. А море остается 28. Небольшая вот облачность сегодня, но к выходным обещает дождик. Долгожданный, долгожданный. Все ждем. Месяц уже вот просто очень сильная жара стоит. Такие облачка бегают друг за другом. Никак в тучки не соберутся. Небольшой ветерок только радует. Сейчас и все, и снова зной. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.